приехали на танк, помогали свое жизнь. Пробочка на поворотик, на словуточку. Вот это да, блин, хорошо, что я не поехал на машине. В машине, конечно, покомфортнее, но, блин. Ну так долго ехать, типа, оно того не стоит. Вот это жесткач, короче. Здесь ребята решили ехать в два ряда, просто. Так, здесь один ряд. И для моноколеса один ряд. И все. У-ху! Я вот это должен выезжать на встречку, чтобы объехать вот таких вот людей. Вот не влезете, вы понимаете? Ну никак. Вообще. Эти стоечки, конечно, это что-то. Блин, даже на моцике реально вот так вот не проедешь. Ой, тут кто-то меня набрал, блин. Буквально на секунду отвлекаешься, смотришь на экран, и все, и типа можешь тупо завтыкать момент, когда кто-то впереди тебя притормозил. А у тебя ведь тормоза-то раза в 4 хуже. Экстренно не затормозишь. Поэтому только дистанция там все дела. Ой. Так, ну короче, ну реально очень все медленно происходит. Дорога узкая. Просто так не проедешь нормально. Рэндж! Давай правее! Да? Молодец, молодец, да. А вот это вот херня, конечно. Что это такое? Вот это вы крутас приколяс, конечно. Так. Если громко покричать, то тебя услышат. В машине так не покричишь, там окошечко нужно открывать. Опа, Lexus ты широкий. Чуть пошире была бы дорога, можно было бы спокойно ехать просто по
посерединке, и все, ну, блин. Из-за того, что встречаются такие всякие грузовички, тяжеловозы, там, бетономешалки, там, конечно, ну, рискуешь просто не проехать. Ну, а здесь уже как, здесь сплошной потоп идет себе просто, и все. И идет. Вот это ямки, обалдеть. Обычно я тут на машине только ночью еду. Здесь, конечно, едешь себе где-то посерединке, и все отлично. Ну, спокойно маневрируешь. Вот реально, мы сейчас просто едем где-то меньше половины от того, что можем. Ну, едем реально медленно. Так. Ну и никак, вот если бы какой-то светофор там, типа, мы бы могли ребята погнать, а так типа впереди этот грузовик и все. До белой дачи это будет сложно сделать. Конечно, если я поеду на обгон этого грузовичка, то мне скажут, что я псих. Конечно, отчасти может и правда, но не настолько. Риск должен быть оправдан. Ну, на самом деле, оно не так уж типа и опасно ездить на колесе, там, даже если с тем же мотоциклом сравнивать, в принципе. Конечно, опасно, но, ну, типа, ну, не прям, чтоб, типа, вообще, там, ты каждую поездку, там, тебя кто-то собьет, там, ты навернешься, то есть, ну, такое. Говорят, да, там, ну, могут, конечно, не заметить человека на моноколесе, который 60 ездит, но можно поставить стробоскоп. Велосипедики. Вот честно, на велосипедике я бы тут постремался ехать, потому что все тебя обгоняют постоянно, притесняют. Короче, а тут кто тебя обгонит? Ну, это разве что ночью. Тут обычно сам всех обгоняешь. Спокойно. Так, чуть-чуть левее. Не. Я не рискну, не рискну. Иду на обгон. У-ху! Мы его сделали. И реально сейчас начинается дождик, поэтому каждая секунда, каждая, так, да. Поворотники включаем, это у нас типа такая дрыгающаяся рука. В общем-то там никого не было особо. Ой, как спасибо, спасибо. Ну как нас пропускают. Ой, ну, конечно, лучше бы он вперед проехал. Там узковато. Ну, нам тоже сойдет. Там можно даже и на машине разминуться, в принципе, опа. Нормально. Чик-пак. Приехали. До новых встреч. Ребята, купайте моноколеса, катайтесь, очень быстро можно ездить домой. Вот.